что из трех мест обязательно одно было пустое. Вот видите, там сидят двое, здесь у нас тоже двое, сзади тоже двое, и так весь самолет. А в задние места на три места разбеживались. Поэтому нам очень повезло, я на два места поместилась и замечательно поспала. Не успели мы поужинать. Пакистан Airways нам принес уже завтрак. Кофе. Сэндвич. И сладенькое. Приятного аппетита. Да, Куала-Лумпур вообще-то, он из одного этажа состоит, аэропорт Куала-Лумпур называется вообще аэропорт Клея-1, Клея-2, идем на нашу багаж наш ищем. Здесь еще такое же место похожее, это только, кстати, один этаж. Так, где наш багаж? Багаж реклайн. По электричке можно переправляться с одного аэропорта на другой, в другой аэропорт местных авиалиний. Идем, уже долго идем. Представьте, какой он огроменный по размеру. Это только один этаж, а вообще здесь около несколько этажей, не знаю точно, но где-то, наверное, 6. Такой таблички. Вот и написано, что это путь идет до багажа басом. Лаунж за 5. Спустились на первый этаж. Нас проводили к автобусу. Вы представьте, вот на этом автобусе мы едем туда, где отдадут наш багаж. Там мы прибыли, это только зал прилета. А сейчас нас отдельно отводят именно в аэропорт, чтобы мы забрали свой багаж и прошли паспортный контроль. То есть мы прилетели, но паспортный контроль еще не прошли. Вот. Нас ждал автобус. Мы сели на автобус. Правда, почему-то с нашего рейса было только два человека, а остальные, наверное, на поиске. Для них это, наверное, непривычно сесть на автобус и поехать в другой аэропорт. Вот я вижу уже. Вот. Еще один аэропорт. Вот, по-моему, вот это уже внутренний. Да? Вот, прибыли мы. Вот наш автобус. Прибытие. Можно, в принципе, так. В этом аэропорту. Что-то изменилось, да, чуть-чуть? Я в этом не был, а нет, Куала были? Да, можно. Ну я говорю, я вроде бы тоже получала в одном месте. Это просто до пандемии все. А, ну все изменилось. После пандемии еще первый раз. Не, не туда. О, багаж записан. А, багаж туда. Багаж реклейм. Каждый, кто подскажет верный путь. Они уже все вниз спускаются, да? Чтобы забрать багаж, вот теперь-то здесь проходим паспортный контроль. Вот. То есть людей, туристов не привлекают паспортным контролем, их привлекает только багаж. Так, прошли паспортный контроль, людей вообще нет. Сейчас мы смотрим, где будет наш багаж. Вот, F. F. Какой блок? Yeah, what's up there? You can read English. Pay tag.
Что вы говорите? What? What do you say? Почему? За что? Кристина, а сколько у вас сигарета стоит? Почему? Штраф, говорят, за сигареты. Спроси у них, Кристина. А если мы не возьмем? 152. Нет, 152 рингита. 152 рингита. Вот у нас, смотри, сигареты. Как можно заплатить? Вас тоже остановили за этого? А, кстати, где обмен валют? А мы не видели. Говорят на английском. Сейчас идет штраф за то, что за провоз сигарет. Представьте. Okay, now no exemption. Can bring, but must pay the tax. Must what? Must pay the tax. How much the tax? 132 ringgit. Malaysia. 132? Yeah. Yeah. Also same, if you bring the cigarette, must pay the tax lah. Because we scan the luggage. So even one packet of cigarettes cannot? One carton about one... One carton. Okay, understand. So you don't need to pay. So then we can take the cigarette, right? Yeah. After pay, then you take the cigarette. No problem. What курс? Долларс. Долларс, what курс? Ну, $100. А, 3.9. We already change. We give you 3.8 outside. Не. We change there. Where? Four. Inside. При выходе вот узнала вот здесь обменники. Здесь курс 3.9. То есть $1, 3.9 рингитов. Внутри он чуть выгодней. 4.08 поменяли нам. А что такое? А светлячки говорят, что там вообще сейчас они плохо их видно. В темноте их плохо видно. Потому что там огни световые и светлячков плохо видно, так люди говорят. Путраджая это что? Светлячки там? Не, это Путраджая, это отдельный город. А, отдельный город. Отдельный город, это отдельный. Ну, я рекомендую сами такой, это сам Куала-Лумпур, Гентингхайль. Там рядом французские деревья. Я про дочке говорила, она сказала, что мы можем сами поехать. А сколько у вас экскурсия стоит? У меня сам город 100, а Гентингхайль 150. Рингита? Доллар. А, это на всех? Одна машина? Да, одна машина, полная, 4 человека. А, можно 4 человека. И сколько экскурсия длится часов? Максимум 5 часов сам город, а Гентингхайлинг где-то 8. И все, Гентингхайлинг? А светлячки не входят? Ну, светлячки это отдельно 150. А, это отдельно 150, да? Потому что это отдельно, надо сходить это в другое направление. Вот смотрите, если светлячки налево, Гентинг направо. А, все понятно. Вот а совместить вместе нельзя, да? От города светлячки 50 километров. А от этого Гентингхайлинг от города 45 километров. Все понятно. Ехала наш трансфер. Кристина заказала. Короче, сели наконец-то мы в такси после долгих ожиданий. Потому что заказывала моя дочка. А там так как аэропорт, тем более не один, а два аэропорта. И можно перепутать. Или International, или Domestic. Вот я вижу вот этот Domestic аэропорт. Это Domestic. Мы были в International аэропорт. Вот, и чтобы она правильно вызвала такси, так как Кристина живет в кондоминиуме, было трудно вызвать. В прошлый раз, когда я была в Малайзии, вроде проблем не было, вызвать там. Ну, она жила в общежитии около Санвэя. Ну да, там Санвэй набираешь, и сразу общежитие уходит. А в этот раз Кристина захотела сама, и вот она вызывала такси, мы смотрели, проверяли, та ли двери, тот ли этаж, тот ли терминал, там вообще уровни всякие. Оказывается,
аэропорту International 5 этажей. 5 этажей. И в нем есть разные уровни и разные двери, где они уходят. Представьте, когда такси заказываешь, нужно быть очень внимательным, потому что неправильно такси закажешь. Там тоже за время ожидания тоже лишний штраф. Вот. А так как Кристина уже давно живет в Малайзии, ну как-то нельзя бы ей, как бы, чтобы репутация у меня такая была, да, подмочная. Вот. Что случилось у нас насчет сигарет вот эти, да, что нас остановили таможенники. Вот, увидели у нас сигареты, у нас тоже, кстати, казахстанцев тоже остановили, которые ехали из Узбекистана. Говорили нам, что сигареты вообще нельзя возить. И штраф якобы 132 ингита. Ну ладно, якобы после долгих там минут препирания хорошо снизили до 100. Пошли мы потом менять, вот, обратно к ним же приходим. Подходим, уже Женька пошел, короче, платить. А потом я что-то прошла вперед, смотрю, люди с другой стороны вообще просто проходят. Представьте, без всякого досмотра прямо проходят и все. Я говорю, Женя, давай мы туда пойдем, давай я быстро выйду и все. Короче, он уже заплатил, мы не успели. Потом я начала рыскать в интернете, пока мы не вышли, да, пока по горячим следам. Стала искать в интернете, рыскать. Оказывается, разрешено все-таки. Короче, разрешено увозить 200 сигарет. 200 сигарет – это всего лишь 10 пачек. А Женька провез 30 пачек. Из-за этого ему наложили штраф. Но сначала говорили 132 ренгита, потом до 100 скосили. Потом я смотрю, другая дверь там стоит. Вот если мы через этот не прошли бы, то нам ничего и даже не сказали. Интересно просто. Других просто так проводили. Но, наверное, они не курят. Но перед нами они, получается, тоже остановили. Вот такие вот дела. Правила въезда в Малайзию. Вот что Малайзия, что Сингапур. В Сингапуре, наверное, еще строже. Поэтому будьте внимательны. Кто курит, лучше не курите. Соблюдайте здоровый образ жизни. Еще при том, он еще и забрал себе одну пачку сигарет в подарок. Говорит, дай мне подарок. Я попробую. Я говорю, сигарет dangerous for your health. Ничего, говорит, я только попробую. Ага. Не надо было ему даже давать эту пачку. Здесь одна пачка, наверное, стоит 5000 тенге. Короче, заплатили мы штраф 100 рингит. Это примерно где-то 10 тысяч тенге. Мелочь, но неприятно. Вот. Так они лежали, Женька про них забыл. Я вообще думала, что он не взял сигареты. Думала, вообще мало взял. Оказывается, он взял, я даже об этом и не знала. Вот. Поэтому раскидайте по карманам, сумки свои ручные, их не досматривают. И так провезете большее количество сигарет. А вообще лучше бросайте курить и все. Занимайтесь своим здоровьем. Мы ехали около 40 минут до кондоминиума нашей дочки. О, здесь вообще духота. Жара, жара. Жарой. Так, how much? 67. Кристина пришла. Чего? 87. А, 67. Я уже эти 67. Я уже этот давно на английском не говорила, уже 2 месяца. Ты чего ржавая такая? Я тебе краску привезла. А что ты такая мокрая? И тебе нравятся желтые волосы? Да, помылась. Нет, давай рассказывай, Кристина, в каком году был создан этот кондоминиум? Почему он называется Тропика? О, я вижу карпов здесь. Тропика, потому что здесь карпы. Называется кой. Кой? На английском кой. О, вот, видите как? Кристина, значит, живет кондоминиуму кой Тропика, потому что эти рыбок зовут кой. А что здесь еще есть? Ну, здесь вот магазин. А здесь есть бассейн? Ну, там дорого. Бассейн где здесь? Можно здесь, не знает. Тебе обязательно покурить надо прямо сейчас. Ну, попал здесь на сигареты на 100 рингит. И еще довольный, покурить хочет. Ну, так, Кристина, давай. Принесли. Я прям на видео вижу прям вообще яркие краски. Очень много я вижу кондоминиумов. Что-то обустраивают, делают. Вот видите, кой Тропика с той стороны написано. Обязательно, кстати, мы заезжали, охрана прям проверяет каждого, кто
въезжает, кто выезжает. Смотрите, машина выезжает, что-то им говорит там, и они открывают. Видали, каждую машину они фиксируют. Это очень хорошо, то, что здесь она охраняемая. Ну, хотя здесь преступности практически нету в Малайзии. Смотрите, как смотрится оно. Кондоминиум, где живет Кристина. Красота! Сейчас я вам покажу, где она живет. Здесь у них лаундри платная. Сколько стоит? Ага, значит, 500 тенге мойка, 500 тенге высыхание. А порошок твой? А, дают бесплатно. А у тебя нет стиральной машины? Это старая. У тебя есть стиральная машина? Есть. Ну, например, она не захочет стирать, пойдет? Нет, допустим, а сколько там килограмм разрешено? Идти... До 12 килограмм 5 рингит. Менеджмент офис я вижу. О, бассейн. Прям как будто приходишь в отель. Тренажерный зал даже есть. Давайте посмотрим, кто у нас в тренажерном зале. Вот. Никого нету. Идем дальше. Карпы здесь тоже есть. Кои. Ой, сколько много коев здесь. Кои, кои, кои. Кушать хотите, да? У меня нету ничего сейчас пока. Ой, жара, прям в такую жару купаться охота. Вот, видите, здесь туалет. Для зелени здесь прям наслаждение, да? Расти, да, Кристина? Для деревьев, пальм, и прям Малайзии. Ой, прям вот здесь красивый вид, шикарный. Ой, шикарный вид. Смотрите. В смысле? О, видали, мужчина. Как здесь мусульманская страна. Prohibited apparel. Как переводится? Prohibited apparel. Как переводится? Можно, можно, но для женщин. Ну, ты мне скажи, как это переводится? Prohibited apparel. Нельзя, короче, запрещено. На каком это языке? На английском. На английском? Что за слова такие? Короче, вот можно. Вот это нельзя вам. Только это можно. Хорошо, что я его купила. Я прям чувствовала. Ой, смотрите, для деток какая красота. Ух ты. Мне здесь очень нравится. Красота. Пойдемте дальше посмотрим. Здесь мы видим детская площадка. Здесь у нас идет парковка. Для жителей кондоминиум бесплатно, а для иностранцев, кто не живет здесь, платность. А, это что такое, Кристина? QR-код показывает? А, автоматически открывается дверь. Все. У кого есть карточка вот такая, тот заходит. У кого нету, то не заходит. Видите, как удобно? Никакой вор не проберется. Хорошо придумали. Нет, карри. Вот сейчас мы находимся у Кристины в кондоминиуме. Вот что нас встречает. Надпись Love. Кристина, это ты купила или уже были от бывших хозяев? Так, что у нас здесь встречает сразу? Кухонка, да? Кухонка нас здесь встречает. Кухонка, варочная поверхность, все принадлежности, да? Говори, Кристина, что это такое? Рисоварка, блендер. Рисоварка, здесь блендер. У меня сухие. Чеснок, лук, картошка. Еще что есть у тебя хорошего? Посуда. Посуда еще есть. Все это здесь есть, да? Угу. Так, внутри давай. Внутри у нас там балкончик. Мы видим, который на улицу выходит. Ага. Стиральная машинка, и за этой дверцей там маленький шкафчик, и лежат всякие принадлежности. Здесь, кстати, сушилка у нас. Так, да, у нас дальше здесь большой холодильник. Здесь вот такая интересная панель от бывших жителей, наверное. Здесь какие-то декорации, цветочки.
интересная картинка. Так, что у нас здесь встречает? Это все тоже от бывших жильцов, да? А бывшие жильцы здесь долго жили? Сколько человек? 2 года жили. Сколько человек их было? Двое или трое детей. Трое детей и муж с женой, да? Ух ты. Дети маленькие, 2, 1,5 года. Представьте, 2 года жили, судя по тому, что у них на двери крест, здесь кресты, они христиане, да? Так, здесь у нас что? Такая у нас получается гостиная, холл, кондиционер, телевизор, вид на бассейн, диванчик. Так, вот смотрите, как она выглядит. Сейчас мы идем смотреть ванную комнату с туалетом. А, душевая у тебя здесь, душевая, туалет. Кристина только что приняла ванну. Вот. И здесь у нее спальня. Тоже, кстати, в спальне есть кондиционер, вентилятор. И тоже окна выходят на улицу. Вот такая планировочка старенькая. Но, тем не менее, цена этой квартиры... Сколько у нас в месяц выходит? 70 тысяч тенге. В рингитах? 700. 700 рингит, 70 тысяч тенге. Представьте, у нас таких цен нету даже в Таразе. Но я думаю, это очень неплохо. Ну, нам вот эту комнату и Кристине не дали. Говорят, что если дадут эту комнату, и плюс еще будет, наверное, 50 тысяч тенге. Потому что эта комната тоже как двухспальная идет. Вот, значит, вот такие вот дела. Вот такая небольшая комнатка для студентки. Да, Кристина? Для студентки, я думаю, очень даже неплохо. 70 тысяч тенге – это вообще даром, да, Кристина? Можно так сказать, в Алма-Ате цены намного дороже. Поэтому приезжайте в Малайзию, учитесь и живите на здоровье. Да, Кристина, тебе здесь нравится? Да.